Интересный такой день. Пришел пятница. Пришел на занятие. А тут, оказывается, воды нету. И всех сказали, никому нельзя идти заниматься. Распустили. Я пришел, позвонил Артемке и воду дали. Совпадение. Не из-за того, что позвонил Артемке и из-за этого дали воду, а просто он сказал, что вода типа есть. Охрана проверила, вода есть, и запустили. Вот ждем остальных. Дарья Александровна, грязновато. Слава Богу, Стасян. А что, кто где вообще? Кто где, представляешь? Захожу. А говорят, а не будет занятий, воды нет, только самбистом можно заниматься. Я такой, ну как так? Я говорю, что, никого нет, что ли? Говорит, нет, никого нет. Я звоню Артему. А прям, видать, не слышал, пропущено от него. Я звоню Артему, говорю, Артем, так, говорит, так воду дали. Я женщине говорю, воду дали. Она пошла, посмотрела, ну да, дали. Ну, говорит, там все равно никого нет. Сейчас будет. Сейчас, да, сейчас будем. Вот здесь, стой, вот чистое же. Да. Все, там это обуви. Тоже все чистое. Вот это все чистое, это для обуви. Поэтому, да, здесь вот так можно. Серега на смене. У него завтра вторая дневная, он будет сегодня дома. Ну, как вчера говорил. У него сегодня дневная? У него сегодня дневная, завтра еще одна дневная. Артем говорит, я сейчас убираюсь дома, но он мне казалось, что... Вернее, он сказал, да, говорит, сплю, а потом спрашивает, я сейчас убираюсь дома. Я говорю, ну, иди вон там. А этот... Денис, Захар, экзамены, Денис Макар неизвестно, Денис Гончар, Сложа, пока неизвестно. Это, да, ролики прикольные получились. Ну да, но все равно. Серому надо было чуть-чуть снимать все-таки больше. Он молодец, что он сразу их останавливал, но ему надо было снимать больше. Я думаю, тоже надо...
Он, видишь, что? Он очень мало двигался и со всеми делал эффект приближения удаления. Нам надо три человека. Один, чтобы снимал вот такой, который приближает камера, ну, широкая, да, угол. Один замедлялку, а один экшонность там в простом, там, 60 кадров в секунду. То есть, чтобы это, как каждая капелька, видно, брызгались, да, но в быстром. А так интересно получилось. Я тоже снимал когда вчера. Прям были моменты, я прям вот так отвлекался на картинку. Я ее держал нормально, бах, смотрю потом. Ну там, кстати, капли попадали, да, ты рукой закрывал, ну прям видно, что ты рукой перекрываешь вообще очень жестко. А потом, когда не перекрывал рукой, просто капли попадали. Поэтому надо либо чехол, есть же у них аквачехлы, аквабоксы для них на ящике, либо подальше, но интерес есть пройти с камерой сквозь воду, сквозь эти струи пройти. Поэтому надо аквабокс. У нас на обе их они есть. То есть прям с ними прям через это проскочить. Было бы классно, хотел бы, я знаешь, как на тросике или на рельсах устанавливаешь камеру, ну, грубо скажем, на тросике подвешиваем ее, там, она прям скатилась, эффект такой полета через это все. Просто где-то делают на рельсах, где-то делают на тросах. В нашем случае это веревка и кольцо. Кольцо на камеру, ну, как-нибудь прилепить на чехол, а веревка либо тросик, один высокий вот так вот держит, ну, или невысокий, другой вот так подальше, там, 1.4 метра надо, чтобы было. И вешает, и она прям сама под своей тяжестью, она прям спустится. Это глайдкам или как? Ну да, 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 только она прилетит. Летящая камера типа. Да, только она прилетит, мы будем надеяться, что что-нибудь получится, в кадр попадет. Ну можно, знаешь, как-нибудь через плечо ее запустить, даже без замазывания троса на потом на спецэффектах. Просто как есть попробовать. Было бы круто, если перебросить ее. То есть она реально, ну, достаточно, если правильно ее бросить, научиться, то есть она достаточно интересно может пролететь. Надо как-нибудь груз, не груз рассчитать. У нас же есть стедикам. Не самый крутой, конечно, но надо его пробовать. Сейчас давай, Стасяныч, нашу старую добрую народную гимнастику. Так, с проходочки начнем. А, вернее, ну, в принципе, что? Давай рассматривать из того, что лежать не будем. То есть, как бы рассматриваем из стоячего вот такого положения. Сейчас разминку. Сейчас вставай, повспоминаем. То есть, первое, если стоим, да, запускаем шею. Ну, сразу шею восьмерочками. То есть, головой восьмерку перед собой, да. Можно подвигаться в боковые восьмерки, когда как бы вот так, как клюем. Потом назад, повороты шеи, прям повернуть в одну, в другую сторону, прижать подбородок сильно к себе, сильно назад, да. Теперь, касаясь когда в бок, каждым не просто мы тянем голову к плечу, а сначала, да, потянули, а потом еще сейчас поднимаем, так тянем. Когда голова назад, тоже закинута, поднимаем плечи. Когда голову вперед, подбородок, поднимаем плечи. Аж здесь так натянуть, так натяжение сделать, чтобы аж все, да. Может быть, протянется очень хороший, без помощи вот всяких терапевтов, и без своей помощи рук крутить шею, да, очень хорошо вот эти вот вытягивания. Я ж когда ушатался, реально думал мне это, ну жестко, чтобы поломалось, все. Я даже так не мог сделать. Ну, не говоря о том, что рука не поднималась. И очень интересно. Сейчас, погоди. Сейчас мы плечи, руки. Вот шею мы условно, да, поделаем. Хотя можно было бы и по амплитуднее, волны вот такие вот, да, как бы позапускать. В сторону, назад, вперед, по наискосок. Да. Сейчас запускаем с плечами. То есть простые самые действия, естественно. Вверх подняли, вниз опустили. Это, грубо скажем, вращательные, ну, вернее, вращательные движения, но из подъемов вверх и подъемов вниз. От себя вперед. Повращали. Вперед, вот. Назад, также поочередно. Каждым плечом. Надо. Да. Еще когда делаем, старайся, знаешь, как бы вот протягивать. Да, прохрустывать, да.
плечи, там же у нас и грудина. Да, сейчас, например, поделали плечами, правым плечом разноименные движения, например, правым плечом крутим вперед, левым плечом назад. Ну сначала проще, двумя плечами, обоими плечами вперед, назад. Да, теперь поочередно вперед. Да, а теперь, например, правое вперед мы крутим, а левое назад. То есть получается вот такое, как руками ножницы, да, вот это делаем, только плечами. Покрутили, максимальная амплитуда, чтобы они высоко, да, поднимались, и поменяли другое плечо. Теперь двумя плечами покрутили восьмерку. Сразу вперед получается. Раз, нижняя амплитуда назад, верхняя вперед. Да, двумя плечами восьмерочку. Теперь в верхней амплитуде двумя плечами мы делаем назад. Начинаем не сверху назад, а внизу вперед. В сторону двумя плечами покрутили. Получается вот такое, да, действие. И теперь также то мы делали в сторону, когда вперед. Делали от себя, да, дугу, а теперь делаем наоборот назад, в сторону, как бы, загребаем. А теперь разноименные восьмерки двумя плечами. То есть, если мы правым плечом делаем вперед, начинаем вверху вперед, внизу назад, то левым плечом мы делаем вверху назад, внизу вперед. И как это получается? Да и в своем режиме собственном. Оно в какой-то момент ты увидишь. Прям реально здесь приходится внутрь себя взгляд устремлять. Теперь поменяли. Мы правым делаем верхние петля делаем назад, нижние вперед, а левым делаем верхние петля вперед. Нижняя петля назад. Получается вот так. Здесь заметь, да? У нас тело вот это вращается. То есть у нас тело идет вращение. Вот он весь, ну не полностью, но и на этом строится русский стиль во вращении во всех прыгучестях и вообще в пляске. Плечи сделал, теперь грудина. Да. Прям протянул хорошенько. С такими с наклончиками. Вот так вот, волну в позвоночнике. Как будто бы да. Внутренний взор туда и смотришь внутренним. Вот то, что вот мы вчера, например, с тобой видели, да, у Полежаева. Вот это вот они, вот эти вот они движения, как бы на этом и выстроены. Но там очень много прямых действий с его габаритами, да, это хорошо. А, например, мне с моим габаритом, опять же, исходя пластунка, если рассматривающий гимнастику, в этом, ну, в защитном применении, в ратном, в сражательном, в боевом. Я же не должен понимать, что лучше там тело повреждается, да, мне наоборот приходится как бы двигаться. Но это опять, это смотря условия. Поэтому движение вообще офигенно, если ни разу не попадут. Это вообще замечательно. Вообще замечательно, если даже ничего не будет. Это вообще хорошо, просто так раз, стой, и все. Но таит еще далеко, поэтому движение пластику тела. Вот мы как раз сейчас добавляем, ну, фактически, что с головой, что с плечами, что с грудью, что со спиной, что с тазом, совсем надо делать. Но мы сейчас переходим грудь, живот, вот покрутили, допустим, да, переходим на таз. У нас получается, грудь будет делать условно одно движение,
верхнее, да? А таз, чтобы нам тело раскрепостить, оно, получается, будет делать по-другому, такое, да, вращательное. Чтобы уйти, допустим, от удара, от прямого, от воздействия какого, если мы рассматриваем гимнастику с позиции турниковых брусьев, то гибкость тела нужна для переворотов, для всех элементов, вообще для, ну, чтобы не закрепощенным быть, как бы, чтобы, ну, двигаться, да, красиво, для выступления, или не повредиться там при падении, еще чем-нибудь. Если рассматриваем с позиции выступательной, непосредственно вот нашего клубного направления, то здесь движение, вот это когда мы тело играем, оп, как раз за сальниками, шашками, там палками, то есть тело двигается. И здесь надо тебе такое прям заваливаться. То есть вот так оно, да, так заваливается движение. Либо, например, когда мы там варка или, да, драка, не обязательно уходить, убегать там, закрываться. Может же помнишь, да, ты это вот, оп, да, отыгрываешь. Также можно, например, когда включаются ноги, так же, фу, да. То есть, а из этого плясовой, если мы рассматриваем, да, оп, прям, да, только, то, ну, здесь надо еще понимать такой момент, для чего ты руку уводишь назад, какие условия, для каких целей, насколько быстро у тебя вращение придет руками. То есть насколько у тебя вот это вот, ну опять они вернутся. Потому что если рассматривать заточку, например, на исполнении, на крутке, конечно, это можно попробовать применить. Но привычка фам-фам-фам со снаряжением, да, с каким-то делать, выступать, она может сыграть плохую шутку, когда надо быстро среагировать, когда надо рассинхронно. Саблями же так не сделаешь. А в кай можно бах как бы поднакидать по-разному, а саблями они столкнутся здесь. Ну, с ножиками это можно сделать. И вот рукопашный бой русский, может больше напоминать, как бы именно что с ножом, вот, как будто бы он вот само заточен для этого. То есть пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да поэтому бороться ничего, потому что это, скорее всего, борьба приведет, ну, в каком-то таком, в плохие последствия, например, условно. Стоял на поле боя, сцепился, заборолся, что-нибудь задавило, раздавило, там захлебнулся, закололи. Поэтому решаться быстро должно быть. Продолжаем, да, движение. То есть сейчас запускаем все тело, коленки. Мы как будто бы уже сделали, да? Как будто уже сделали ножки, восьмерки. Но только смотри, есть какая штука. Здесь, вот мы сейчас делаем быстро, как, да, вот так, галопом. А на самом деле делать очень медленно. То есть вдумчиво, ты смотришь. Причем же прикольно, да, когда восьмерку крутил, ты реально наблюдаешь. Я наблюдаю, все каждый внутрь в себя. То есть прям раз погружается. За детьми там наблюдал, да, за, ну, за воспитанниками. Так вообще интересно, аж кто-то, аж язык вываливается, уже смотрит внутрь, не могут уже контролировать. Это вот в чем прикол, новые синапсы создаются. Поэтому здесь, не торопясь, также можно прокрутить, промять. Где-то, ну, прокрутиться, посмотреть, наверное, какие-то крайние степени, вот пока еще натяжение, да, как оно есть. Еще такая интересная штука. Вот я просто, например, да, вот так вот быстро сейчас вот, руками сделал, потянулся, хоп, убрал. Потянулся, хоп, убрал. Но это я быстро сделал, я еще не прочувствовал, реально не ощутил натяжение. А вот смотри, какая интересная такая вот забавица. Вот протянулся, чуть больше зафиксироваться, чем обычно. И вот идет, начинается некое жжение. Но еще можно как раз из-за медленного этого действия, еще можно анализировать внутренним взором, смотри, да, где что, какая мышца тянется, где что напрягается, да. Сейчас дополняем движение нашего тела, теперь дополняем с руками. Ну, самое простое, руками первое действие, как будто вот как омовение, да, делаем, самое простое. Также движение тела, как будто бы переминаем, вот это вот перетактываем, оно в пляске же это. Вот эти вот переминания, да, на носочках прям, можно носочки, пяточки, да, руки также начинаем, как будто бы вот некая мы в локотках, спокойненько, да, делаем, опять, вот сейчас делаем побыстрее, такая вспоминалка разминочная, потом берем в замок, покрутить можно.
в разные стороны. Потом вот так. Помнишь, да, на 9 школе как, если помнишь? То есть раз тренировка начинается и поехали движение через шаг в шаг. Вот там у Дениски очень тоже поперло, потому что каждодневные занятия подразумевали. Да, какие получаются, какие не получаются, всяких делай. Потом начинаем смотреть такую интересную забавицу. Помнишь, да, вот эти разные змейки? И попробуй со смены тела, да, то есть включаешь, как она может быть. Я, например, представляю, что у меня локоток ведущий, то есть он как бы, да, вот он раз, как бы вот он, смотря зависит от какого локтя, да, я не делаю акцент на плечах или на кистях, это разгоняющая сила. А локоть, например, ведущий. Поэтому, когда еще помнишь, как я говорил, то, что я, может быть, да, все правильно. Я, может быть, и ошибался, или там, или прав, но я видел, очень такая серьезная техника боя была, опять же, дедовская, да, вот, наверное, пик мастерства, когда вот так вот из треугольника, вот она, защита все время здесь, но настолько интересно это все было, такое расстояние, то есть вот так вот. Все как бы славливает, да, все действия, и отсюда. А потом уже это я увидел, соответственно, там в разных кино, но они были такие фу-фу-фу, там какие-то стили змеи, чихарёки, там разные фауны, вот это вот. Но когда реально, я по-настоящему, когда такие, знаешь, это еще, знаешь, чем было похоже, если помнишь, может быть, кино тоже мы вспоминали с этим, с Денисом как-то. Джет Ли сам с собой убирался, одиночки или противостояние. Не помню. Ну, там он... попутешествовал по реальностям, один Джет Ли убивал всех других Джет Ли, а и становились сильнее, остались два человека, вот они потом начали врезаться. Но не суть, вот там один мягким, такой стиль у него был, а у другого вот такой же там, так все жестко. И как раз вот такая вот штукенция, вот эти вот колотушки кистени. И вот из треугольника, если вот отсюда, ну это надо, во-первых, скорость. Во-вторых, надо понимать вот этой конструкции, потому что она и как щит по своей. Это по идее, это именно ну, взаимодействие с щитом и с мечом. Вот щит, вот меч, да? Фум! Укол отсюда. Пум! Щитом также можно щитом дать, смотря какой из круглый, он по одному бьется. Если он каплевидный, там можно аж так. Пум-пум-пум-пум. Но это надо воображать. И фактически обе руки являются мечом, щитом, ножом, там чем угодно. Вот дальше делаем. Ручки также разминаем. Такой волнистый прям. Побольше, побольше, да. Теперь еще такую штуку. Сейчас себе, нам очень важно, за плечи вот так ее раз. Сам же своей одной рукой тянешь. Можно с наклонами тела глубже наклоняться, побольше, повыворачивали, так же, да, покрутили, так, сяк. Тело сейчас в движении, да, ну, пока как бы более-менее движительном, в то же время не очень интенсивном движении, поразминали. Теперь идет следующее. Например, вот мы дошли до ног, там тоже условно, что мы покрутили, давай, восьмерочки ногами. Да, можно прям поамплитуднее на левый и правый. Начинаешь как бы с маленького хода, потом побольше.
теперь ноги пошире плеч, наверное, ну, в два раза, что ли. И глубокий такой присед. Глубокий. Да. Чтобы суставы, да, бедер. Можно пооблегчить. Так вот, натяжение еще сделать. Да, как бы и ноги раскинуть. Ну, не то, что прям облегчить, а страдания перевести еще в более полезную занятие. Посидел. Да, из этого положения потихонечку можно раз. Да, протянуть такими перекатиками. И когда переходишь на другую ногу, например, раз, чутка прокрутился. Вот так вот раз сел, чуть-чуть оп, прокрутился. Да. То есть, например, перекатывался, встал на четыре конечности. Тоже сейчас убыстряем, просто чтобы по максимуму всякого сделать. Покачался на четырех конечностях. Можно поперетаптываться. Можно поперекатываться в одну и в другую сторону. С рук на ноги, да. Можно поднимать одну ручку, другую, да, также с ногами. Можно подвигаться, руки и ноги прямые, хождение. Стараться, руки, ноги прямые. Да. Можно попробовать подвигаться, когда руки возле ног вообще. Угу. Теперь вот из этого положения поделали такое действие. Раз, например, это тоже для элемента выполнения там на турнике, на брусьях, на перекладине и для выступлений, и для боевок. Мне сейчас надо поменять направление взгляда в сторону, да, взглядом вот, вот мое фронтальное лицевое направление. Как мне надо сделать? Вот мне сейчас надо с этой стороны развернуться в движении, в ногах, в руках вот сюда. Что я делаю? Я облокачиваюсь на левую руку, через левое плечо, да, поворачиваюсь. И закидываю. Опа. Ноги поочередно переносятся. Если, да. Смотри, поворачиваюсь сейчас надо вправо мне, на правую ногу. Я ее, смотри, правая рука мне сейчас сыграет вместо ноги. Я когда ставлю руку, у меня нога поднимается правая. Нога сразу, да. И теперь в другую сторону ставлю левую, значит левая нога поднимается, ставится поочередно. Да, опять вытянулся. И поехали действия. Например, раз. Сделали, да? Теперь, когда делаем вот это еще такой переходик, опускаемся на одну ногу. Потом делаем еще переходик. Опускаемся на другую ногу. Да, оно само тело. Да. Теперь из положения приседа наши тоже, как видите, любимые, но еще любимые плясовые. То есть я сюда вот так вот нахождение. Раз. Два. Подготовительные плясовые. Можно прям
закручивать. Да. Когда я скручиваю, задаю инерцию. Оп! Да. И отсюда она может быть, смотри, как интересно. Когда сделали, перешел, да, косой такой малый, циркуль малый, бам, вот той ногой надо, да. И опять же, можешь, например, сесть в это положение. Да. Ех ты. Ударил? Палец подогнул. И так, да. И, например, уход тела, куда оно ведет, допустим, сделали, оно, например, здесь пригодилось. Допустим, ну не прям все, вернее, все, которые мы сделали, они пригодились, а еще есть много для разминки. То есть, вот эти вот наши наклоны с дотрагиванием рукой, например, вот мы сделали, вот как мы делали на земле, перешагивая. Если я ставлю правую руку, получается, да, перетапка. Как мы можем сделать, когда повыше стоим? То есть делаешь, ой, простите, руку ставишь, да. Нет, не колесо, а ты как бы отскакиваешь. Условно, там, толкнул, не толкнул. Да, как нога еще одна, да. Чисто ей, знаешь, придержаться. Да, а вот здесь мог бы поинтереснее сделать, то есть прокрутился и прям чуба, пум, типа того, да. Но есть интересная штука, вот как колесо мы делаем, когда вот это, вот я сейчас показываю такое, ну, не в натяжку, а простецкое, вот это вот. Также его можно, например, применить в сражении. То есть так, да, руками в раздоре, ногами. Когда там они торнадо, потом из этого могут разные выйти. Только руками надо закручиваться. Ну, как будто бы ты... Да. Например, если я помогаю вот здесь скрутиться, вот это действие в плечах, даже руки не раскидываю, оно уже лучше, уже вращается. То есть я же как бы руками скручиваюсь ее. Тук, да, и руки опять же перед собой. Например, просто сейчас вот, ну, налети на меня так. Вот просто не бья руками и ногами, просто вот именно врежься в меня вот с таким вращением. Давай попробуем. Сейчас просто посмотришь ощущение, когда по телу или по тебе. Неприятно ли, больно, какой эффект? Подержи. Вот смотри сейчас, да, как я делаю. Я делаю как колесо. Левая рука, если у меня идет, за ней правая рука, правая нога, левая нога. Раз, два, три, четыре. Так же я делаю, например, сейчас. То есть вращаюсь. И вот ты сейчас не отходи, постарайся выдержать. И как бы эффект посмотрю в тело, даже если... Пошли.